Вау, что за новости? Это была обычная суббота. Все ждали интригующий поединок Александра Емельяненко. Но не тут-то было. Прилетает новость о том, что бой Ислама Махачев против Бенеля Дариуша находится в разработке и может пройти 26 февраля в главном событии Fight Night. Это идеальный расклад для всего легкого веса. Сначала подерутся за титул Джастин Гейджи против победителя пары Оливейра Порье. И если все сложится как надо, то уже к концу лета или начало осени следующего года Ислам наконец-то получит свой долгожданный титульный бой, так как Бенеля Дариуш, давайте будем честны, не совсем топового уровня. Ему, можно сказать, подарил это место Тони Фергюсон, так что у Махачева есть все шансы стать претендентом на пояс. Всем привет, бойцы, с вами канал Белорус ММА, и в этом видео я разберу поединок Бенеля Дариуша и Ислама Махачева и выясню, кто же из октагона выйдет победителем. Ну и перед началом этого ролика я хочу, чтобы вы потратили 10 секунд для того, чтобы подписаться на канал и поставить лайк. Но мы погнали! Эх, когда-то претендовали на титул такие бойцы, как Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, а уже сейчас появляется новая школа, которая разносит уже постарелых львов. Кто бы мог подумать в 2019 году, что Дариуш будет драться в претендентском бою? Тогда как раз таки была эта старая школа, которая на пике не почувствовала бы Бенеля. А вот то, что Махачев в скором времени будет претендовать на титул, никто не сомневался. Сразу же после его подписания в сильнейшую лигу мира Мы уже считали опасным бойцом с большим будущим. Так и случилось. Махачев прошел много препятствий, чтобы оказаться на этой позиции. С ним практически никто не хотел драться, но даже так компания сделала все, чтобы дагестанец оказался в топ-5. Как я и говорил выше, Бенеля не уровень топ-5. Только посмотрите, кого он побеждал. Только старину Тони. И то уже не на пике формы. И сейчас мы выясним, кто же больше заслуживает поединок за пояс. Чью же руку поднимет рефери. Бенеля Дариуш, безусловно, имеет динамит в руках, и если попадет, то все кончено. Ты отправишься спать мгновенно. Дариуш неплохо работает в стойке, он необычный борец со своей левой. Он подготавливает свои атаки и грамотно попадает. У него в арсенале есть очень много ударов, которые явно не понравятся Махачеву. Он пробивает много разных боксерских комбинаций, начиная от обычной двойки, заканчивая смертоносным бэквистом. Также у ассирийца неплохой футворк, он чувствует дистанцию и понимает, когда отходить, а когда наоборот приближаться. В бою против Фергюсона в первых раундах Дариуш неплохо себя показывал в стойке, пробивался разной комбинацией и заканчивал все это лоу-киками. Бенеля не является виртуозом ударки, но он может достать Махачеву проблем в этом компоненте. Ислам Махачев подтягивает свою стойку из боя к бою. Посмотрите его прошлые бои и вы сами все поймете. Но вряд ли в этом бою он сделает акцент на ногах. Ислам понимает, что если он будет все время находиться в стойке, то это может закончиться большими проблемами. Да, Махачев явно потянул свою стойку. Но чтобы перебить ассирийца в этом компоненте, это нужно постараться. Ислам, скорее всего, будет стараться делать фейки на проход в ноги и дергать Дариуша, чтобы окончательно того запутать и без проблем работать в стойке. И как я отмечал в разборе поединка Порье Махачев, у Ислама в арсенале есть эффективный удар, которым он смог подловить Тибао. Он прихватывает ногу своего оппонента, а затем резко переводит этаж и пробивает свой жесткий левый. А как мы знаем, челюсть у ассирийца не самая лучшая. Но все же, фаворитом в ударной технике я выберу Бенеля Дариуша. Он имеет больше ударов в своем арсенале, и он гораздо мощнее бьет. Так что здесь без вариантов для Ислама. Вот как раз таки здесь Ислам Махачев будет явно превосходить Дариуша. Ислам является чемпионом России по боевому самбо. Отсюда и шикарные переводы вниз от него. Начиная с броска через бедро, заканчивая подсечкой. Махачев с самого детства занимался борьбой. И в этом компоненте ему нет равных. Ну если только Хабиб. Ну он уже завершил карьеру. Любому бойцу из топ-5 он составит конкуренцию и скорее всего просто переборет их. После нескольких просмотренных поединков Дариуша я сделал вывод, что серия
Блиц слишком часто прижимается к сетке, а в бою с Махачевым это приговор. Вы можете взглянуть сами, практически все его нокауты у сетки, то есть он всех ловит на контратаке, а как мы знаем, Махачев явно не будет размениваться с ним на руках. Мне кажется, как только Ассириец окажется у сетки, Ислам тут же попытается перевести того вниз. Та же самая проблема была и у Дастинапорье. Он тоже часто оказывался возле клетки в бою с Хабибом, и вы все прекрасно знаете, что было дальше. Нурмагомедов наказал Порье за такую халатность, и то же самое может ждать и Бенеля. Бенель Дариуш также является превосходным джистером. Он также неплохо контролирует своих оппонентов на земле. Но у этого всего есть и другая сторона. Все это он делал с низкой позицией. Максимум, кто у него был из топа, так это Тони Фергюсон. Но Илькукуй давно миновал свой пик, и победа над ним, максимум, что тебе даст, так это узнаваемость. И все. Посмотрите, кого он побеждал с обмишинами. Самое известное имя, которое он побеждал приемом, это Дрю Добер. И все. Больше достойных соперников он пока еще не встречал. Скорее всего, Дариуш попытается забегать борьбы с Исламом, как только можно. А если же Махачев переведет того вниз, то Дариуш может попробовать провести какой-нибудь прием. Но мне кажется, что против Ислама такое вряд ли сработает. В общем, фаворитом в борьбе является, конечно же, Ислам Махачев. Он на голову выше Ассирийца в этом компоненте. У Махачева в лагере очень жесткие борцы, с которыми он спаррингуется. И скорее всего, Дариуш находится далеко не на их уровне. В плане выносливости бойцы чуть схожи. Ислам без проблем проходит 3 раунда и даже один раз заходил 4-й чемпионский раунд, и там он смотрелся как раз таки неплохо. Мне кажется, Махачеву вполне хватит бензобака на все 5 раундов, так как этот бой пройдет на файтнайте, и это будет мейн-эвент. Так вот, ему хватит кардио пройти все 5 раундов. Он каждый день тренируется с настоящим кардио-монстром Хабибом Нурмагомедовым. Орел явно каждый день заставляет Ислама делать какие-то упражнения на выносливость, но все равно быть на 100% уверенным, что у Ислама хорошее кардио нельзя, пока мы не увидим его хотя бы в 5-раундовом бою против того бойца. Но как минимум 3 раунда в своем привычном темпе он проходит без каких-либо проблем, и это хорошо, так как некоторые бойцы даже свой темп выдержать не могут и уже устают к концу 2-го раунда. Пока кардиомашиной назвать Махачева нельзя, но может уже после этого поединка у нас уже сложится мнение насчет выносливости Ислама. Бенель Дариуш практически похож на Махачева в плане кардио. Дариуш может пройти и 3-раундовый бой без особых проблем и в борьбе, и в стойке, но все равно иногда он даже выдыхается после 2-го раунда. И непонятно из-за чего, но он начинает очень сильно уставать. За всю свою профкарьеру Ассириец ни разу не доходил до 4-го раунда, а как минимум Ислам это уже делал. Вряд ли кто-то из бойцов способен нокаутировать, а вот забороть без проблем. А вот именно борьба больше всего выматывает бойца, и скорее всего больше устанет Дариуш из-за разницы в классе и уровне бойцов. Ислам сделает все, чтобы утомить в партере Бенеля. В общем, фаворитом в плане кардио с небольшим преимуществом, я думаю, будет Ислам из-за более достойного уровня команды. А вот в плане духа фаворитов выяснить будет непросто. С одной стороны, голодный дагестанский лев, который сделает все, чтобы забрать пояс, и трудности его не пугают. А с другой стороны, мотивированный Ассириец, который идет на серии из 7 боев и готов заявить о себе всему миру. Фаворита здесь выбрать очень тяжело, поэтому я поставлю равенство 50 на 50. Победителя здесь также выбирать будет непросто, но все-таки мне кажется, с небольшим преимуществом можно отдать победу Исламу. Все-таки Махачев имеет высокие борцовские навыки и способен забороть Ассирийца и выиграть спокойно решением. Но есть и другой сценарий поединка. Дариуш останавливает все попытки от Ислама перевести бой вниз и расстреливает того на дистанции, и в конце концов нокаутирует Махачева. Лично я склоняюсь к первому варианту. Уж более мне кажется, что Ислам выше классом Дариуша. Махачев в этом бою ничего не надо придумывать, он просто должен перевести своего оппонента вниз и контролировать. Можно еще и попробовать провести какой-нибудь прием. А как вы считаете, кто сможет победить в этом бою? Ваше мнение я жду в комментариях. На самом деле канал Белрус Той ММА. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.